Привет, это канал Взлет, меня зовут Ольга, и в этом видео мы с вами рассмотрим новую коллекцию аксессуаров от компании Oriflame, которая называется Bounty. И в нее входит шарф, солнцезащитные очки, ожерелье и серьги. Оставайтесь со мной. Компания Oriflame радует нас очень классными наборами в виде очков, чехла и салфетки. То есть не просто нам очки презентуют, но еще и снабжает каждые очки чехлом и каждые очки отдельной салфеткой. Мне это очень нравится. Данные очки, когда я их увидела в каталоге, вот честно, вообще не привлекли мое внимание, потому что, ну, скажем так, довольно строгая такая форма, и она даже вот мне показалась немного устаревшей. Но, честно говоря, когда я их померила, мне эта форма даже понравилась. Я еще подумаю, еще рассмотрю их, но вполне возможно, такие очки появятся тоже в моей коллекции солнцезащитных очков. Они выполнены из поликарбоната, они очень хорошо защищают глаза от ультрафиолета. Конечно же, смотреть прямо на солнце в этих очках не рекомендуется, но в целом ваши глазки будут защищены от ультрафиолета. Категория 3 стоит на очках, то есть это говорит о том, что вы можете носить их в яркую погоду, и ваши глаза будут защищены. Также вот здесь вот цифра 400 мы видим на стеклах. Эта цифра говорит о высоком уровне данного аксессуара. Оправа очков прозрачная, тигровая. Помните, у нас была такая серия на Ваби, там были такие гребни вот черепаховые. То есть вот именно такая черепахово-тигровая оправа. Ну, тоже спорно, я больше люблю однотонная оправа, но знаете, вот в этом исполнении она мне понравилась, когда я померила эти очки на себе. Так, давайте я вам покажу, как они выглядят. Они внизу чуть светлее стекла, вверху чуть темнее, но в целом ровный такой темный оттенок. Да, вы знаете, что бывают очки там фиолетовые, голубые, прохладные. Это вот нормальное, теплое, просто снижение яркости солнечного света. Салфетка черная, стандартная. Вообще это очень удобно иметь всегда под рукой салфетку для протирки очков, да, чтобы не протирать их краем своей футболки или своего сарафана. А так красиво достали салфетку и специальным материалом протерли свои очки. Размер салфетки у меня не указан, но примерно где-то 15 на 15 сантиметров, она квадратная. И тоже вы видите брендированный логотипом компании Oriflame. Чехол выполнен в тропическом стиле, и у него такая удобная защелка. Я не знаю, из чего она делается, но очень удобно закрывается. Не надо завязывать ни на какие веревочки. Вот мужской чехол, мы помним, был как раз вот на веревочках. Чехол нужен обязательно для очков, потому что именно чехол предохраняет ваши очки от царапин. Когда вы кладете очки в сумку, лучше всегда их класть в чехол, потому что очень обидно потом будет, когда у вас отламываются дужки на ваших любимых очках. У меня просто такое было, поэтому я всегда об этом говорю. Итак, расскажу вам еще раз, как проверять очки. Кладете их на ровную поверхность и смотрите, чтобы ни одна дужка не поднималась, то есть чтобы у вас не было просвета вот здесь вот между дужками ни с одной стороны. То есть вы видите, что вот я каждые очки проверяю в каждом видео новинки компании Oriflame, и все очки всегда лежат ровно на столе. Размер дужки 13,3 сантиметра, размер очков 14,2 сантиметра на 5,6 сантиметров. Вот такие вот классные очки Bounty. Если вам нравится, пишите мне об этом в комментариях. Давайте я вам еще покажу, как они будут смотреться в виде нашего любимого ободка для волос. Довольно неплохо они держатся на голове, они легкие, вы всегда спрашиваете, легкие очки или тяжелые. Они очень легкие, они голову совершенно не сдавливают и выглядят, по-моему, прикольно. Мне нравится. Шарф Bounty. Тоже тропический принт. Кстати, вы знаете, что Bounty — это остров с достаточно суровым климатом, и его населяют вообще пингвины и альбатросы. Это просто благодаря рекламе Bounty у нас такое впечатление, что Bounty — это какой-то тропический рай. Нет, на самом деле там максимальная температура плюс 5, плюс 11. Но, тем не менее, стереотип сложился, и мы видим вот такую вот тропическую серию Bounty. Вы видите, что здесь оттенки темно-зеленый, светло-зеленый, бежевый, белый и черный. И на пляже это будет смотреться довольно выигрышно, потому что сама расцветка очень яркая. И размер этого шарфа 190 на 90 сантиметров. Он прозрачный. Я не знаю, видно ли вам на камере, но вот я камеру вижу через этот шарф. Я думаю, что вам тоже меня видно. По
длинной стороне шарф подвернут, подшит. Строчка ровная, ниточек не торчит. Меня лично все устраивает. По короткой стороне оставлена вот такая бахрома. Ну, я думаю, что она просто добавляет экзотичности и такого этнического стиля этому аксессуару. 190 на 90 сантиметров – это такой универсальный размер, из которого вы можете накрутить на себе, на пляже огромное количество вариантов. Вы можете использовать этот шарф и как парео, и как шарф на шею, и как платок, и как топик, и на голову вы можете повязку сделать. Он очень-очень легкий, и вы можете подобрать те варианты, которые подойдут именно вам. У нас на канале есть видео Ибица и, по-моему, Ариэль шарф, где я показываю различные варианты, как носить парео. Вы можете их найти на нашем канале. У нас есть плейлист «Все обзоры новинок Oriflame». И там, в этом плейлисте, обязательно найдите эти видео и посмотрите, как можно использовать такие размеры шарфов. И ожерелье Bounty у нас состоит из трех предметов. Это длинная цепочка, чокер. Хотя я всегда думала, что чокер – это черная лента на шею, но вот в каталоге написано, что это тоже чокер. И непосредственно сама подвеска. Серия аксессуаров Bounty выполнена в виде этнических украшений типа золота ацтеков. То есть очень красивые такие прямые линии, металл золотистого оттенка, то есть все это сделано под золото и еще и украшено бежевым, коричневым цветами природных материалов. Длинная цепочка 83 сантиметра плюс 6 сантиметров дополнительно. Чокер у нас 12,5 сантиметров. А мне сначала показалось, что это не очень много, но знаете, вот я всегда проверяю, у меня между пальцами вот большим и средним 18 сантиметров. То есть вы видите, что да, 12,5 сантиметров именно диаметр. И сама подвеска у нас 7,4 сантиметра. Давайте же я вам покажу, как это выглядит на шее. Давайте сначала посмотрим, как это выглядит на длинной цепочке. Я всегда представляю, что такие аксессуары носятся либо под вырез пиджака, можно на белую рубашку сверху одеть. Но чаще всего я представляю, что такое ожерелье украшает длинное однотонное платье. Знаете, я представляю такие аксессуары на теплых вещах, то есть не на летних. На летнюю одежду я даже, честно говоря, и не знаю, на какую одеть. Может быть, вы мне посоветуете, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. И давайте же пристегнем эту подвеску на чокер и посмотрим, как она будет выглядеть. Цепочка снимается. Я люблю такой вид ожерелья. Мне всегда нравится, как это сидит на шее. Это очень комфортно, совершенно не давит. Она будет свободно болтаться у вас на шее и будет ярким акцентом в вашем образе. Такой вариант мне лично нравится гораздо больше. Какой нравится вам? Поделитесь, пожалуйста, со мной в комментариях. Серьги Bounty, они выполнены в том же стиле, что и ожерелье. Они немного меньше, но также выполнены из золотых пластин и украшены цветами бежевым и коричневым, ну, таких натуральных оттенков. Серьги Bounty длиной 7,7 сантиметров. Они выполнены на дужке. От дужки, вы видите, идет цепочка, за которую цепляются вот эти вот длинные пластины металлические золотого оттенка. Выглядит довольно интересно. Если вы любите такие эффектные серьги, то обязательно обратите на эту серию свое внимание. Создайте себе новый бьюти-образ в тропическом стиле и добавьте в него этнические мотивы. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, чтобы смотреть новинки компании Oriflame вместе со мной. Пока-пока!